Последние 12 лет в российской армии не было интенсивной боевой подготовки. В этом признается начальник Генштаба вооруженных сил Николай Макаров. Он также констатирует, что в это время офицеры без практики росли в должностях и званиях. По словам Макарова, в России прежде всего следует изменить менталитет командиров и их взгляд на войну. Глава Генштаба считает, что лучшим вариантом для российской армии станет полный переход на контрактную службу. Однако такое финансовое бремя государство пока не потянет, сожалеет Макаров.